Итак, с чего начинает инвестировать? В первом дело инвестируйте в себя. Как я смотрел в новостях, как много людей смотрят, и они хотят быстрого. Инвестирование быстрого, отдача быстрого, заработка. Много, так скажем, школьников хотят. Я тоже был таким. И что я получил от этого? Тоже скажу. Что я получил? Я в конкурсах участвовал, но это, конечно, было давно. Именно сначала не в конкурсах. Сначала кликал приложение, скачивал, по рублю там зарабатывал. Каплю. 25 рублей заработал. В общем, не суть. Мы говорим про инвестиции. Это в следующем ролике я вам рассказывал. И про Роза в следующем ролике. Итак. Смотрите, значит, как я понимаю, чтобы начать инвестировать, вам нужен капитал. Если у вас нет капитала, то идите, найдите капитал в реальной жизни, карточку, и все, это легко. Да, можно сейчас это сделать. Капитал легко. Вот. Можно где-то вот начинать какую-то тысячу суммы. Потом идти в криптовалюту, ведь там тренд, и я понял, что тренд, чем депозиты. Это как начать инвестировать по-быстрому. Нужно написать, как начать инвестировать по-быстрому, название. Вот. Смотрел я некоторые ролики, как говорят, давайте вспомню. Не до конца досмотрел. Я раньше их смотрел, помню, они до сих пор снимают, поэтому... Вот вам гайд, до сих пор инвестируйте, до сих пор продолжайте инвестировать, чем больше вы это делаете, тем больше вы получаете, все. Это тоже сойдет вам гайд, на игры я тоже так делал гайды раньше. Можете посмотреть Макс Риск, старые видеоролики, я тоже был школьником, я даже оценил себя, почему бы нет. Там мало ролика было. И вот еще один совет, если вы школьник и вы жалеете, то я тоже жалею. Мы с вами одинаковые, смотрите за моей деятельностью, в чем дело, и вы все узнаете про себя. Все, дальше у нас куда начать инвестировать, как начать инвестировать. Почти даже договорил, но в принципе этого хватит для этого ролика. Продолжу в следующем видеоролике, ведь нужно краткую информацию делать, чем много, ведь... Понятное дело. И нужно эмоции давать побольше. А информацию дать побольше. Эмоции больше. И кусочек информации. И вот. В принципе, хватит. Всем спасибо за просмотр. С вами был Макс Риск. Напиши комментарий, какую мне еще тему снять. Стоит мне больше говорить про образование. Кстати, инвестируйте в себя, образование. Да. В первую очередь. А потом уже, может, что найдете. Всем удачи и всем пока.